Наша композиція, яку ми вам хочемо представити, вона називається «Крістевник». Перший раз одягаю. Це мені дружина подарувала. Приїхала з поїздки, їздила в Київ відпочинок, приїхала, подарувала вишиванку. Я давно мріяв, ну не було можливості. От вона мені подарувала. Ну я громадянин України, українець, тому цей одяг для мене дуже, як вам сказати, і як патріотичний, і як да, не байдуже. Тим паче, що зараз це ходив мод. Ну як не в моду, а все більше і більше обертів набирає. А ви сам маріуполець, так? Так, я маріуполець. І як ви відноситесь до події поведіння цього мероприятия, червоної роти в нашому місті? Та ведь перший раз, я так розумію, так? Почастіше би так, бо це дуже рідко буває. Червона рота взагалі, я ніколи не чув, що було отакі от концерти. Було б краще, якщо б вони були б частіше. Мероприятие весьма позитивно. В первую очередь очень понравилось то решение, что решили провести Червону Руту именно в Мариуполе, именно в непосредственной близи к театру боев, будем так говорить. И для того, чтобы сюда съехались разные музыканты из самых разных городов и показали, какие в действительности мы есть, что ну, мы точно такие же люди, как и мариупольцы, отличий никаких. И мы все настроены более чем на мир. Сам фестиваль ну, довольно-таки на хорошем уровне организован, при том, что огромное количество музыкантов, артистов, организаторы ну, вроде как выдерживают, с трудом выдерживает этот напор, вот, и звук, в принципе, довольно-таки хорошо выставлен. Вот единственное, что жалко, это то, что мариупольцы ну, не пришли сначала на само мероприятие, вот, но я думаю, что это связано с тем, что День города праздновался за стенами драмтеатра. Фестиваля, но так вышло, что один из организаторов, пан Тарас, он предложил мне заполнить анкету. Я сегодня весь день просто ждала свое выступление, и вот в последний момент он мне позвонил, и так вышло, что я выступила здесь. Сегодня какие-то, может быть, группы выступали, которые вам особенно понравились? На самом деле, мне кажется, конкурс – это такое дело. Сюда люди, которые не талантливые, которые не яркие, не запоминающиеся, они не попадают на такие мероприятия такого масштаба, тем более.
Поэтому мне кажется, что все, кто выступил, были огромными молодцами, потому что это нужно иметь мужество сюда приехать, выступить на такой сцене, показаться таким судьям. Поэтому все молодцы, все понравились.